Ну что, девочки, мальчики, небольшой такой аутфитик. Собираюсь на работу. Вот моя кофточка. Одела я ее с этими голубыми брючками. Здесь не обращайте внимания. Вот, джинсиками, да. Что-то хотела как-то так заправить. Ну, вот как-то наискосок. Я не знаю, я еще подумаю. Может быть, так похожу. Видите, тут такие разрезики. Вот. Очень нежная, очень прямо к телу хорошо. Так, сегодняшний мой макияж. Ну, тут зацвет такой серо-голубые, да, у меня тени под это. Эрбориан у меня консилер, потому что там очень хороший состав, и я не боюсь им чуть-чуть, ну, потому что очень красненькие были, как бы не очень красиво. Вот, и помада. Какая у меня помада? Это у меня, естественно, Beauty Bomb 01. Такой розовенький. Сейчас я поверх еще использую, накрашу. И от Belle помадка. Ой, номер, я не знаю. А, 03. 03. У меня три помадки. Я сразу купила, она не очень дорогая. То есть поверх я крашу. Но результата нет, потому что он просто растворяется с любой помадой. Очень красивый, очень красивый. Если кто любит за контур выходить, то лучше сначала его использовать, а потом уже остальное. Так, моя косметичка, в которой нет сегодня пудры, и уже 3 дня нет, потому что я не припудриваюсь. Вот такая сумочка. Водичка Irresistible. Чтобы это не было так. На кожу боюсь. Чуть-чуть на свитерок. Так, время мне уже выходить. Ну все, желаю всем хорошего настроения. И вот, продолжается. А, в Исландии женщин много. Да, и там правительство даже платит за браки. В Исландии. У меня красавец, там страна красивая, зеленая. Тёма-то с радостью и сразу. Матч был, ну, Надаль, который там больше после перерыва большого, 16-летним играл. То есть Надалью 37. Теннис. А ему 16, представляешь? Обалдеть. Да, и Ваня такой, вот, мол, мама, представляешь, 16 лет? Я говорю, ну, Вань, чтобы выйти на матч с Надалем, говорю, он, наверное, не на диване лежал, как ты. Ха, Ваня такой. Мне плевать, все равно буду на диване. А, да? Ой, Ванька. Работа, ничем его. Работа идет. А, кстати, вот такой ролик вчера в Ютубе. В Японии, он в Японии. Какой-то там был вундеркинд, математик, мальчик. Он в 10 лет там чуть ли не диплом получил уже. Угу. Прикладной математикой занимался. Преподавал 2 года. Ой, Господи, преподавал. Да, прикладную. Какой-то супер гений математики мальчик. И потом его как отрезало. Да. Сказала, купите родители мне за какую-то большую сумму. Видно, там очень дорогая недвижимость в Японии. Так. Квартиру, больше делать ничего не буду. Вы на мне и так, типа, заработали. Имидж и все такое. Ну, короче, бездельничает теперь. Вообще ничего не делает. Хотя такие мозги. Все сделал за короткое обалдеть, время. Обалдеть. Достиг всего и решил, нет, говорит, ничего лучше. Ну, я не знаю, вранье это, не вранье, ну, чем нет. Ничего не сразу делать. Сразу все он будет делать. Ну, как это? А? Сразу все будет делать. Нет, ну, реально, как бы, сейчас, на данный момент, он вообще абсолютно ничего не делает. Новая фишка. Когда курили.
могильщики. Вот идет мужик и бросил прямо вот, якобы он это в мусорку бросил окурок в этот, в люк. Он думает, что если он в люк попал, значит, он выбросил в урну. Тем более окурок не попал в люк, начнем с этого. Так хочется сказать, но ведь потом что-нибудь скажет мне или даст еще. Я помню, как-то тоже собачникам сказала, что почему без намордника получила. Какая погода хорошая. Все, идем на работу. Я вас тоже не знаю. Девочки вышли на работе во время обеденного перерыва. Пойдем что-нибудь клубничку купим с Аленкой. Там в очках уже. Корешку нет. Корюшку, да, здесь корюшку продают. Я обхожу такие места за километр. Посмотрим, какая клубника. А как это? Да, Виктор что-то не захотел. Так вот. Тихо ты. Может, подумал, что Алексей там всегда без него сделал. Погода класс. А сегодня какой-то такой день. Так, это без суматохи. А завтра директор... Завтра это 27-е получается, да? 26-е. Сегодня 26-е, 27-е. Ой, разрешил нам удаленно. Дай бог ему здоровья. Таких директоров нет. И бухгалтеров тоже. Спросить надо. Ну и мне, соответственно. Фольгу. Что можно посмотреть? Все, много всего. Для Пасхи. А, мне же мама сказала семян накупить. Семян накупить. Что такое семян накупить? Хорошие, нехорошие, может, плохие. Все. Это муха. Цветочки. Лен хочу. Он какой-то здесь покоцанный. Я астру люблю. Ну, все, возьму. Нормально. Все пойдет. Потом мне нужна вот такая большая, я ее всегда использую темким. Такую, как черновик. Страшные. Яркие, ну ладно. Других нету, я так понимаю. Очень удобные под черновики. У меня уже две израсходовались. Так, что здесь? О, какая мышка симпатичная. Что у нас тут? Вот такие карточки. 99.
есть какие-то салфеточки для обуви. Это не это чистящее средство. Тёмка свои кроссовки, чтобы чистил. Что у меня еще здесь? А вот салфетки. Вот для белой подошвы. А тут тогда оставлю на место. Соленки разминулись. Сладкие 320. Обалдеть. Вот такие цены у нас, девочки, в Питере. Лимон я возьму. Ой, какой плохой лимон-то. Купила шап, потому что реально очень теперь. Вот купила клубнику. Ну, естественно, когда зашла в Фикс Прайс, всего накупила. Маме опять контейнеры, там какой-то подносик, еще что-то, доску. Приду на работу, вам покажу свои покупочки. Прекрасная погода, прямо... Завтра, наверное, тепло будет. Привет! Хочу показать покупочки. Покупочки из Фикс Прайса. Что тут? Покашливает. Та-дам! Так, что я для мамы купила? Контейнеры. Алена. По башке допустим. Три контейнера. Надоели твои контейнеры. Потому что надо мыть. А я сразу. Три контейнера. Для любимой. Дальше что, мамочки, я купила? Не знаю, захотела вот такой подносик. Ну, потому что у меня, наверное, все уже в масле, как бы все это, она ничего боится покупать. Вот он такой хороший. Хорошенький, легенький. И такая расцветочка. Вот как-то темно. Темно, да тут все надо в носков ставить. Ну так подержала бы. Нет. Папки положи и поставь вот так. Да не упаду. Вот так, сестра. Ну, давай, ладно. Как? Ну, а как я выгляжу? Хорошо. Покупаем. Итак, девочки, сходила я в Фикс Прайс и купила, всего накупила. Маме. Контейнеры, три контейнера. А ты не будешь подходить ко мне? А я очень далеко? Да. Здесь надо было. Девочки, целая сумочка. Не переключай. Значит, контейнеры. Всего лишь, наверное, 199. Это маме.
там еще. Вот такой подносик очень хороший. А, покажи поближе. Ну. Вот просто маникюра нету. Хороший. Такой легенький. Так. Не знаю, как задабривать. Такую досочку. Очень она такая тут резиновая, прорезиненная. Очень хорошая. Угу. Так. Здесь будет рад. Так, что, Тёмки? У нас там надо какую-то поделку делать. Памятник культуры. Вот кижи. То есть мы, ну, я думала, как я буду сама делать. А вот, пожалуйста, вырежем и все. Да он сам все сделает. Все сделает. Правда, руки кривые, скажу, давай делай. Вот, хорошенько. 59 рублей. Просто у нас по ДНРК или обществознанию надо вот сейчас всякие... Замечательно. Как это? Культурные всякие, как это называется? Объекты культуры. Так. Эту книжку, ну не книжку, а тетрадку я всегда покупаю, такую большую тетрадь, ищу подешевле, для черновиков. И мы такую любили больше. Вот я вот так фига, все, пошла дальше. Вот так. Если я работаю дома, у меня только такая книга. То есть я вообще другого не представляю. Это всю жизнь уже было. Просто потом выкидываю просто. Так, что, мама сказала семян купить. Я что-то набрала. Петрушечка. Дальше какой-то шпинатик. Я не знаю, это цветочки, вербена, я уж не знаю, что там будет. Ну, пусть растет. Так, потом лен какой-то, девочки, лен. Очарование. И салат азарт. Все, у нас будет вот это на зеленуха, на еду. Поняла? Ты поняла меня? Ты первый там ушиваешься, берешь сразу. Так, ну, это мне фольга. И вот, девочки, вы мне советовали купить такие в Экспрессе салфеточки для белой подошвы, для белой обуви. Я тоже хочу. А да, 50 с чем-то рублей. Ну, как-то не знаю. Вот, Тёмки, да. Та-та-ра-та-ра-та. Та-та-ра-та-ра-та. Вот. Настроение хорошее, погода хорошая. Вот. И пусть делает, пусть чистит обувь свою. Все, девочки, всего где-то на 600 рублей. А клубника? Ну, клубнику не буду, просто клубничка какая-то там хорошая, нехорошая, не знаю. Цены вы видели, я вам показала. Вот такая клубника. Тут и мелкая есть, и большая, она так мне собирала. Ну, ладно уж, захотелось. Ну, все, меня теперь покажи. Ну, все, или продолжаем влог, или заканчиваем. Всем хорошего настроения. Пока. От Аленки привет.